Вот я прошла по кругу и дошла до бисеринки, с какой я начинала второй ряд. У нас здесь набрано 8 бисеринок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Но я не хочу плести сплошной линии, чтобы у меня вот это будет нижняя часть моего кулончика. Я не хочу, чтобы здесь у меня шла сплошная линия. И в то же время, и так как у нас бисеринки вот такие крупные, у нас очень сильно видно вот эта леска. Как я хочу поступить? Я набираю одну бисеринку мелкую, захожу в первую бисеринку второго ряда, набираю мелкая бисеринка, крупная бисеринка, мелкая бисеринка, захожу в следующую этого ряда, наберу одну бисеринку. И смотрите, чтобы у меня был какой-то вот перерыв между, то есть, чтобы линия не получалась сплошная, я захожу в бисеринку еще более нижнего ряда, то есть первого ряда крупных вот этих бисеринок. Сейчас я вышла в бисеринку второго ряда и, набрав одну бисеринку, выхожу в бисеринку первого ряда. Вот таким образом. То есть у меня вот уголочек такой получился. Я снова наберу одну бисеринку и зайду в бисеринку второго ряда. Наберу бисеринка, крупная бисеринка и мелкая бисеринка. И пройдем между бисеринками второго ряда. Снова набираем. Бисеринка мелкая, бисеринка крупная, бисеринка мелкая. И проходим и еще раз бисеринка мелкая, крупная, мелкая. Набираем одну бисеринку, заходим в бисеринку нижнего ряда, первого ряда, снова одну бисеринку, выходим в бисеринку второго ряда, набираем бисеринка, крупная бисеринка, мелкая бисеринка, проходим в последнюю, восьмую бисеринку второго ряда, набираем мелкую бисеринку и выходим в бисеринку первого ряда. Вот то, что мы пока что сделали. Здесь у нас вот это у нас нижняя часть нашего кулончика будет. Нижняя часть нашего кулончика. Я еще раз буду проходить по колечку. И в то же время вот в этих местах буду добавлять по 3 мелкие бисеринки. У нас уже все это достаточно плотно лежит, поэтому, возможно, через несколько бисеринок вы будете затрудняться проходить. Но вот я дошла до этого места, где мне хочется добавить 3 бисеринки. Я добавлю синяя, серебристая, синяя, голубенькая. Пройду в следующую крупную вот таким образом. И опять пойдем по бисеринкам до этого места, где мы опять добавим 3 новые бисеринки.
Голубая, серебристая, голубая. И опять будем двигаться по нашим бисеринкам до этого момента, где мы начали вот набирать уже третий ряд. Я прошла по моим бисеринкам и вышла в первую серебристую бисеринку. Набираю голубая бисеринка, серебристая, голубая. Так, немножко это другого оттенка, серебристая. И захожу в следующую серебристую бисеринку. Снова голубая, серебристая, голубая. И захожу в следующую серебристую бисеринку. И снова голубая, серебристая, голубая. И выхожу в последнюю серебристую бисеринку и сразу в розовую нижнего ряда. Вот такая кучерявая у нас получается конструкция. Ну, в принципе, я этого и хотела добиться. И сейчас мы выйдем . Видите, у нас получается вот здесь две ямочки посередине. Это центральный бисер у нас. Мы будем добавлять еще вот здесь и еще одну центральную вот здесь бисеринку. И тогда наша конструкция будет закончена. Я набираю снова серебристая, крупная, серебристая. И захожу в центральную нашу бисеринку крупную. Серебристая. Крупная, серебристая. И захожу в следующую крупную и по бисеринкам опускаюсь в первый ряд. Вот видите, что у нас получается. Я опускаюсь в первый ряд крупного бисера. Выхожу в серебристую бисеринку. И наберу здесь точно таким образом голубая-серебристая, голубая-серебристая, проходя между нашими бисеринками серебристыми. Конечно, это мой вариант, то, что мне увиделось именно для этого моего колье. Вы можете что-то другое центральным элементом, другое какой-то кулончик сделать. Но я вам показываю то, что увидела я. Если вам захочется повторить, пожалуйста, повторяйте по мастер-классу. Некоторые моменты надо поправлять руками, чтобы бисеринки легли симметрично и смотрелось одинаково обе стороны. И после того, как вы уложите, затянуть. Это будет нижняя часть нашего кулончика. И нам осталось совсем немножко. Совсем немножко. Я поступлю таким образом. Вот сейчас, чтобы уже не проходить по нашим всем бисеринкам, этим по колечку, как мы делали до сих пор, я использую тот вариант, какой я вам показала в начале. То есть я наберу голубую бисеринку, две серебристых, голубую бисеринку и зайду
в серебристую и сразу крупную за ней. То есть я возвращаюсь уже таким образом. Вот так. И пройду по моим крупным бисериночкам, чтобы дойти до того момента, где мне надо будет еще в центральной части вставить дополнительную бисеринку. Так выглядит наш кулончик. Это его изнаночная сторона. Я думаю, что мы уже подходим к завершению нашей работы. Вот я выхожу в бисеринку, из какой я должна уже добавлять последнюю бисеринку. Наберу голубую бисеринку. Еще одну бусинку крупную, голубую бисеринку и захожу в противоположную крупную бисеринку. Вот таким образом. Я считаю, что я кулончик свой завершила. Теперь я спрячу мою леску. Пройдем подальше от места, где мы вставили последнюю бисеринку. Вот таким образом завяжем узелочки. Еще пару узелочков и спрячем нашу лесочку, наш кончик лески в бисеринках. Обрежем аккуратно. Так выглядит наш кулон в готовом виде. Это его изнаночная сторона и это его лицевая сторона. Нам остается самое последнее. Соединить все наши вот эти заготовочки в одно единое целое. Вот я так же, как и присоединяла вот наши соседние элементы, вышла в верхний вот этот бисеринку крупную и наберу следующие наборы. Бисеринка 8 размера, снова серебристая бисеринка и зайду вот я думаю, что вот можно соединять вот за эту бисеринку. И снова наберу серебристая, 8 размера серебристая. И закрою колечко. Пройду еще раз по этому колечку, чтобы укрепить наше соединение. И по моим бисеринкам перейдем на противоположную сторону, чтобы мы точно так же подсоединили вторую сторону нашего колье.
Конечно, все у нас тут уже так стянуто хорошо, что достаточно сложно вот проходить по нашим бусинкам. Но в этом и секрет, что наше колье будет прочным. Вот я уже подошла к бисеринке, за какую мы будем соединять с нашим жгутиком. Набираем серебристую 8 размера, серебристую, и заходим в бисеринку жгутика с другой стороны нашего колье. Снова серебристая 8 размера, серебристая, и закрываем. Так, потеряли серебристую. И закрываем колечко на нашей крупной бисеринке. Еще раз пройдем по нашему колечку. Еще раз пройдем по нашему колечку. И нам остается только завязать узелочки и спрятать нашу леску в бисеринках, чтобы ее кончик не был виден и не выскакивал нигде. Итак, наша работа закончена. Нам остается только добавить сюда застежку, какая у вас будет подобрана к вашей работе, и радоваться тому, что вы будете носить. На этом я наш урок заканчиваю. Если вам понравилось то, что мы с вами делали, можете подписываться на наш канал, чтобы получать новые видео-мастер-классы.